Американские силы подготовились к противостоянию США в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Помятуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. Okay, you'll get a chance to get on.
Thank you.
Trở lại đây.
США в джунглях Вьетнама. В то время как командование называет это обыкновенным крупным. Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию США в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия.